Вопрос. Я должен был искупить нарушение клятвы. Для этого я постился на протяжении 3 дней, хотя мог накормить 10 бедняков. Верно ли я поступил? Ответ. Хвала Аллаху. Соблюдение поста не будет достаточным, если человек может накормить или одеть бедных людей, или освободить раба. Потому что Аллах сказал, что поститься можно только в том случае, если человек не может накормить или одеть бедных, или освободить раба. Аллах сказал: «Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но взыщет за то, что вы скрепили клятвами. В искупление этого необходимо накормить 10 бедняков средним или лучшим из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. Кто не сможет сделать этого, тот должен поститься в течение 3 дней. Таково искупление ваших клятв, если вы поклялись и нарушили клятву». Сура 5, аят 89.